А вот съезд прям, ух ты, ничего себе, крутяк. А? Очень круто. Чтобы баланс был. Офигенно круто просто. Да, тебе лучше вот так. Мне это как бы все равно. Ботинки помоются заодно. Че? Не холодно сейчас, бог. Вообще шикарно. Блин, офигеть. Круто, круто прям. Обалдеть, вообще ништяк просто. Так мягенько прям идет, вообще шикарненько. А? Он не лодка, но переправиться сможет. Да понятное дело, но самое главное переправы, когда въезд плавненький. У тебя есть стик, да? Да. У меня как раз на второй заход есть. На второй почему-то нету, блин. Ну ладно, значит. А? Да, потом доеду его, зарядю. Что-то упало, пакетик, по-моему, у тебя нет, черный. А, подожди. Ну, наверное, отсюда выпал. Ой, блядь, здесь так живо. Живо-живо там, да.
на воде стоит трава. Да, здесь прям вообще. Ты здесь ни разу не ездил? А? Слушай, мы пробовали Байкал, что-то прям он себя не очень зарекомендовал. А что это такое? То же самое, что и Сокол. А-а-а. Байкал называется, только он что-то прям как-то это, в лужах таких с нами поехал, и как-то прям у него там блок располагался в верхней части, он что-то водой залил. У нас на одном уже 4000 километров. Ну вот, старый. Только взял, как чувак, он покатался. Нет, и... много проехал. Ага. Слушай, прям на поводе такой прям практически катамаран. Хоть по Дьяконову озеру попробуем, так вот, говорится, ни разу. Давай. Ну давай я наверх заеду тогда, там заглушу его. Давай.